Всем привет, ребята! С вами снова я, Артём Автухович, и сегодня у меня появилась для вас прикольная такая вот вещь. Посмотрите, кто сегодня со мной? Всем молоко, с вами сливочное молоко, да, это я, Стас, сливочное молоко. Сегодня мы будем смотреть видео Артёма про Томаса. Да, точнее, не мои видео, Просто будем смотреть реакции. Да, короче, будем видеть такое видео, типа челлендж «Попробуй не испугайся», считай. Да, так? Да. Вот, давайте. Что, включаем. Давай, Томас, нам нужен этот груз для обработки к полудню. Я не могу быстрее. О, тебе здесь так хорошо. Ты знаешь за пределами Содора, что происходит с двигателями? К сожалению, я достаточно стар, чтобы помнить, как это было до того, как пришел коррупционер. Он не помнит, что время для разборки. Слишком долго я смотрел, как прорастают семена его коррупции. Хватит! Пришло время отомстить. Вау! Смотри. Да. Паровозик Томас нашел коррупционера и съел его. Это очень страшно. Ага. Я буду пока... Я заставлю их заплатить за проповедь его ненависти! Они ему еще памятник поставили за то, что я заставлю всех заплатить. Мистер Сэдмен, принеси мне мечту. Так, следующее видео. Так, да, вот следующее видео. Вау! Вот. Это что за херня такая? Реально. Какая-то. Это жестяк вообще. Красота! Как он едет, он стал, короче, пауком, ну как у меня. Ребят, видите, а походу паровозик Томас реально видит темную сторону своей личности, как у меня на канале. Скажи, Стас. Очень попадали много приключений с этим паровозиком Томасом, что нас не задумывались, кто он был в прошлом. Вот именно. О, смотрите, вот он догоняет, это коррупционер, наверное, тот самый, да? Видите, он от него пытается убежать, но что-то смотрите, у него плохо получается. Так, смотрим следующее видео, да? Да. Ёлки-палки, это самое... Убегай, что ты стоишь? Ребята, паровозик Томас реально, походу, решил всем отомстить. А за что? Хотя нет, кажется, из-за того, что они убили его девушку. Вау. Из-за того, что, походу, они заставляют их возить грузы, чтобы зарабатывать на них денег. А паровозику, собственно, наверное, ничего не оставляют. Господи, мамочка. Да убегай ты хотя бы, что ты стоишь? Вот, блин, дебил. Скажи, настоящий. Продолжаем, да. Следующее видео смотрим. Да. Вау. Кстати, ребят, спасибо, короче, каналу, который рисует такие анимации. Ссылочка на них будет в описании. Да, да. Спасибо. Очень, да. Очень даже немного жутко. Реально очень. Так все жутковато. Смотрите, он дошел до конца железной дороги и, походу, будет ждать следующего. Да? Так, следующее видео, да, смотрим. Так, следующее видео. Вау. Повернись, дружище, обернись наверх, наверх. Посмотри наверх. Да, блин, смотри наверх. Ну что ты, ну что ты, смотри. Ну что ты такой тупой? Посмотри наверх, сзади, повернись. Все, камуха. Был пацан и нет. Нет, не было, все, конец. О, а теперь у нас виртуальное видео. О, да. Посмотрим. Так. Ребят, посмотрите, мы попали в вертуху, мы в виртуальной реальности, Стас. Да, нифига себе, прикольно. Так, мы где-то на какой-то железной дороге. Да, знаешь, мне как-то очень крипово. Свет тухнет. Да. Тут страшно как-то. Реально страшно, у меня... А это как? Мне кажется, сейчас придет тот самый Томас из второй, из этой истории, которую мы сейчас только что смотрели. Свет теперь полностью.
белая, блин, причем. Ты кто такой? Он движется или мне кажется? Мне тоже кажется, может он двигается. Свет потух. А как он сквозь нас проехал? Ой. Постойте минутку. Так. Мы куда-то идем. Да, куда-то идем. Мы едем. А что, почему он сквозь нас проехал? Ну мы типа сдохли. А, сдохли уже. Ну да, в принципе, логично. Да, я попытка. Да уж. Жутко как-то. Да, что там мне попытка полупать? Реально крипово, посмотри. Да, ну, даже крипово, что я решил попытка полупать. Успокоиться. Дашь потом мне успокоиться. Да. Угу. Что там налево? Поехали. Хотя что-то нет. Что-то какая-то штука едет. Да, реально, знаешь, я хочу налево, но я уже не хочу налево. Мы вот решили с собой акулу взять, чтобы нам не было так страшно. Постой, погоди. А реально, а как он сквозь нас проезжает? Мы что, типа, сдохли уже давно? Да, это типа... Типа да, мы сдохли. Паровозик Томас какой-то недоделанный. О, там еще какое-то лицо видно. Да, может, это друг какой-то Томас, это друг Томаса? Или кто там? Или кто там? Ну, вроде да, походу. Или кто там? Или кто там? Не понял. Подожди, камеру поверни. Хорошо, поворачиваю. О, господи! Тут зрелище сошел. Свет тух. Ой-ё, у него одного глаза нету. Он, посмотри, что с ним такое? Так. Блин, что происходит, Стас? Реально уже крипово становится. Может, не будем его помогать? У него, посмотри, этих колес нет, стрель сошел, и у него глаза одного нет. Что за хрень тут вообще происходит? Чертовщина какая-то. Ага. Ай, да блин, не могу никак повернуть камеру так. Будем его помогать или нет? Не знаю. О, свет выключился. Свет выключился. Блин. Страшно когда? Где это мы? Реально, где? Это Томас, это Томас, когда его разобрали. Ага. Да где мы находимся вообще? Мы сейчас был точно какой-то друг Томаса, а теперь где мы? Мы находимся в какой-то странной штуке. Тебе тоже там еще какая-то... Вот они все, друзья, блин. Собрались, блин. Капец. Ёлки-палки. Да, Юш. Ёлки-палки. Так. Ребят, слушайте, что это вообще было? Это реально сейчас какая-то криповая история была. Это, короче, был у нас челлендж «Попробуй не испугайся». Слушайте, а вы испугались вообще? Стас, ты что скажешь? Ну, я думаю, я вообще, да, очень сильно испугался. Я тоже. Я думаю, что акула тоже. Вот именно, я тоже, я чуть со страху, блин, не умер, блин, ты тоже? На, попить полопай. О, спасибо. Ну, короче, ребят, кстати, не забудьте то, что сегодня был день рождения Лимона. И сегодня я, короче, собираюсь выпустить кое-какое видео, но, наверное, это будет уже завтра. Просто времени нет, вы знаете, там видео всякое. Да. Ну, короче, вот такое. Ладно, мы, короче, сейчас с вами, с мной был снова мой друг Стас со своим оригинальным голосом. Ну, и я, конечно же, Артём Автухович. Всем пока!